Вместо веток на этом дереве яркие шарики. Внутри каждого аккуратно завернутые записки с самыми заветными мечтами. Их отправители – малыши из детских домов, интернатов и ребята со сложными заболеваниями. А вот адресат послания неизвестен. Им мог стать любой гость с венской ярмарки. Ну, открывай. Девятилетний Саша Азаров о квадрокоптере мечтал почти год. Говорит, когда писал письмо, даже не мог представить, у кого в руках оно окажется. Записку третьеклассника из 4-й школы Брянска с дерева желаний сняла выпускница брянского филиала «Ранхикс», волонтер с большим стажем Дарья Прошкина. Было волнение, потому что мальчишки все-таки больше разбираются в технике. И вот было такое чувство, а получится ли мне его порадовать, а понравится ли ему этот подарок, это то, что ему нужно. В общем, я очень переживала. Но это волнение ушло на второй план, когда я увидела мальчика, который был очень рад. На то, чтобы разобраться, как управлять подарком, Саше потребовалось не больше 5 минут. Техника, а еще математика – это две главные страсти мальчика. Я как-то слышал, что математика связана с шахматами. А я хожу и на шахматы, и поэтому мне нравится математика. Наверное, уже знаешь, кем будешь? В будущем определился? Ну, инженером, наверное. Кстати, за успехи в математике у третьеклассника Саши уже есть несколько грамот. А эти медали подтверждают и наличие спортивных достижений. Эту, когда я ездил в Москву, там я занял по футболу 3-е место. Так. Это по шахматам, а это по дартсу. Все эти медали со всемирных игр победителей. Их участники – ребята, одержавшие самую главную и триумфальную победу в их жизни над онкологией. И Саша Азаров в числе таких рекордсменов. Сегодня все страшное уже позади. Саша молодец. Он целый год закаливается у меня, обливается холодной водой. Сам причем это решил делать. Но он у вас такой самостоятельный мужчина. Очень самостоятельный. Я иногда просто поражаюсь. Вроде столько ему 9,5 лет, но иногда такие решения принимает взрослым. Самостоятельность, стремление и невероятное рвение вперед к открытиям и достижениям. Это то, что бурлит в этом мальчишке. А значит, впереди новые успехи и победы. Кристина Процхилава, Сергей Любецкий. События, Брянск.